Вербовщик ИГИЛ, в которого была влюблена Варвара Караулова, присылал девушке фотографии убитых людей. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего судебного заседания. Эту информацию подтвердила и сама бывшая студентка МГУ. Раскрываются все новые и новые подробности их переписки. Кроме того, стало известно, что Караулова пыталась спасти своего возлюбленного. Она писала ему, что за ним охотятся российские спецслужбы. Причем общались они через специальные, уже перепрошитые гаджеты. Как рассказал отчим, сотрудник ФСБ передал ему телефон, планшет и ноутбук для Вари. Когда в зале зачитывали сообщение, Караулова расплакалась. Она пояснила, что не хотела подставлять своего избранника. По этому поводу Варе необходимо будет давать соответствующее пояснение. Ну, как вы видите, она сегодня объясняет, что происходило, в какой момент, в том числе в каком эмоциональном состоянии она была. Ну, постоянно звучит слово «любовь». Лайф узнал содержание переписки Варвары. Вот несколько только запоминающихся сообщений. В прошлом году девушка попыталась сбежать в Сирию, чтобы присоединиться к террористам. Варвара втайне от семьи улетела из Москвы в Стамбул. Девушку в итоге задержали на турецко-сирийской границе. Ну и, естественно, вернули в Россию. Некоторое время она провела в больнице, затем вышла и вновь начала общаться с экстремистом.